Был пол рубля, медикам платили 700 рублей. И люди бросали свою работу как-то, чтобы выжить в Питере, бежали все на срубы. У нас работали хирурги, хирурги работали, полы это самое делали, штукатурили, врачи. Было такое. Ну и я тоже туда жила, мама. Я ее взяла, да, тогда. Пошли мы на объект, 2 недели делаем объект. И ребята нас, молодые люди из Украины, решили кинуть. А, помнишь, да? Значит, сидим мы на объекте, денег нет, работа закончена. Нас пригласили, чтобы расплатиться, нету никого. Мы звоним по телефону. А, телефонов не было тогда. На встречу они не пришли. Были эти пейджеры. Пейджеры, помните, да? И девки нервничают. Я говорю, девочки, ну давайте что-нибудь придумаем, я говорю, чтобы они приехали сюда. Они знали, что я из Дагестана, Ира там из Питера, Света тоже из Питера. Они говорят, Ума, что ты придумал? Я говорю, девочки, я придумал. Так как они бандиты, давайте с ними ругаться нельзя. Оскорблять их тоже нельзя. На скандал тоже нельзя идти. Нам надо выбить свои деньги. Вот и все. И что вы думаете? Я им пишу на пейджер. Ребята, если вы живы, мы вас ждем. И что вы думаете? Эти мордоворотцы через полчаса приезжают на объект и сидят 4 бабы.